За вклад в поддержку военнослужащих. В местном отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча с жителями и депутатами, которые принимают активное участие в поддержке бойцов СВО и членов их семей. Их отметили наградами и грамотами. В числе награждаемых депутат Московской областной думы Татьяна Корзубова. Обычно она всем вручает грамоты и благодарит за труд. Но сегодня награду получила сама Татьяна Владимировна. И в ее лице серпуховский коллектив Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Сама помогаю и призываю людей помогать. И тоже говорю людям спасибо. Это мой долг и долг каждого. Ведь собирая даже по капельки, вот эту помощь на СВО, это не только там тепло, не только там, чтобы насытиться, но это еще забота. Это забота, которую они чувствуют. Валерий Ковшарь, советник президента Московского региона Международной полицейской ассоциации, по поручению руководства вручил общественную награду депутату горсовета Алексею Царькову. Почетный гражданин Серпухова, президент Института инженерной физики, удостоен медали «Работайте, братья». Спасибо вам большое за ту помощь, которую вы оказываете, вот, действительно, за ваш вклад. Руководство госпиталя, вот непосредственно нас встречал руководитель этого госпиталя, главный врач, вот, действительно, то есть, там искренние просто слова благодарности за то, что вы делаете. Спасибо вам большое. Сотрудники ИИФ активно занимаются волонтерской деятельностью. Инна Карагичева, помощник депутата горсовета Алексея Царькова, за полтора года сама уже 9 раз отвозила гуманитарный груз за ленточку. Конечно, хочется выразить огромное спасибо Институту инженерной физики, коллективу, с которым, в принципе, мы начали работать и отвозить ребятам адресную помощь. И наша миссия, как моя, и я думаю, всех сегодня собравшихся гостей, волонтеров, это как можно больше и дальше продолжать помогать нашим ребятам, которые находятся сегодня на передовой. Я мать 4 детей, и я им очень благодарна, что они там защищают, в том числе меня и моих детей. А я как могу, так и могу, чем могу, так помогаю нашим ребятам. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат горсовета Ольга Ковшарь, вручила серпуховичам грамоты от имени секретаря Московского областного регионального отделения партии, председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова. Наш долг, я считаю, благодарить каждого человека, кто участвует в этой деятельности, потому что это действительно, повторюсь, неоценимый вклад в то, что делают наши ребята. Мы вкладываем в нашу победу. Награждены были также представители Серпуховской первичной организации ветеранов пограничной службы ФСБ России Евгений Калитвинцев и Александр Яковлев. Вместе со своими соратниками они собирают и отвозят гуманитарные грузы в прифронтовые госпитали на передовую. В мероприятии также приняли участие депутаты горсовета Наталья Боровских и Владимир Загоруйко, который сотрудничает с Единым центром поддержки военнослужащих и членов их семей, регулярно оказывая помощь.